еще нашел. Да как? Алло, ты что делаешь? О, поиграли. Всем здорово, народ, с вами Олег, и добро пожаловать на канал Олегов. И сегодня у нас будет на прохождении игра под названием «Мафия». Ну а перед тем, как начать, дорогой друг, просмотр, не забудь, пожалуйста, подписаться на канал, поставить свой лайк, ну и пиши комментарии под этим видео. А мы поехали. Фрэнки, где ты там? Чё там делаешь снаружи? Слушай, а уже походу, причем по погоде, смотри, как уже холодно-то. Польтер он ходит, ну по крайней мере только Томми он. Буря была страшная. Пальто. И вот мы, значит, едем к нему в пригород. Улицы тогда освещались. Так у пацанов там какая-то история, ладно, окей. Хоть глаз выколи. Блин, а льет-то как из ведра. Думаю, Томми пальто неподходящий выбор, ладно, окей. Что за конспирация, Фрэнки? Прости, что долго, Том. Мы с Доном перепроверяли цифры за тот месяц. Ничего. Что за работа? Тебе нужно немножко помочь Сэму и Полли с сегодняшней поставкой. Выпивка? Прямо из Канады. Что нужно делать? Сэм ждет наших друзей с севера на ферме рядом с городом. Полли присмотрит за доставкой товара на наш склад. Но ты должен поехать с ним. Будь настороже. Проследи, чтобы не было проблем. Хорошо. Возьми тачку у Ральфи и найди Поли на складе. Он прихватил стволы на всякий случай. Да, Фрэнк, сделаю. Славно. Прошу тебя, доставь канадский товар в сохранности. Понимаешь, Дон уже присмотрел для себя один ящик. Но что-то пойдет, как всегда, не так, друзья, я так думаю. Так, на склад Сальери, подожди-ка. Давай, Ральфи. Я только за. Чего не спишь? Что за диалог? Я доступен, посплю, Ральфи. Когда уснет Фрэнк. Знаешь, совсем он нас загнал. Морелла отгрызает куски от нашего бизнеса, Ральф. Поставки бухла наш козырь. Хоть здесь мы впереди. Ну, а я только в тачках смыслю, Том. Я снова сменил номера, на всякий случай. Увидимся утром. Ладно. Блин, ну здорово, давай обкатаем новую повозку. Ну а звук такой приятный у машины. Так, а далеко ли это ехать? Да, смотри-ка. На другой конец города. Ладно, мы шли на дело. Блин, по реву такая мощная тачка. Нифига не разгоняется. Больше шумит только. Надеюсь, у него с маневренностью получше будет, чем у прошлых машин. Так, давай тормозим. Нифига себе. Обалдеть. Вот она, конечно, тормаживается очень долго. Такое ощущение, как будто мы не 60 ехали там, а все 120, такой тормозной путь был. Блин, так и не покатались с тобой на мотоцикле. Я надеюсь, нам еще попадется по дороге, либо на каком-нибудь задании. Оба. Друзья, ну я поворачивал. Прям до упора жал вправо, а нифига. Интересно, какая управляемость будет у мотоцикла? Но в оригинальной серии «Мафии» реально такого не было. Ну, чтобы мотоцикл там был, такого не было. Так, давай-ка вот тут прошмыгнем. Что-то полицейские там загородили все. Блин, ни с того ни с сего себе урон нанес. Хотя я поворачивал. Блин, Томми, ты хотя бы радиоволну бы переключил. Едем, новости тут с тобой слушаем. Сколько мы уже? 60 едем почти.
high winds are pushing the storm over us at quite a rate. We will, of course, keep you informed with news on the hour. Как она вообще еле-еле поворачивает. Она как будто 5 тонн весит. Хотя в то время машины делались из такого толстенного металла, что они реально по тонны 3, наверное, точно весили машины. С немощным двигателем, с плохой управляемостью. Вот. Оттуда все и вытекает. Не, ну слушай, ночной город очень, конечно, красивый. Вот эти все фонари подсвечиваются. Так, пропустит нас, нет? Ну, почти. Прошмыгнули, главное. Смотри, под 80 уже едем. Тормозим. Надо за километр, короче, тормозить. Ты видел, откуда мы начали тормозить и где только машина остановилась? Так, а вот мы и подъехали. Вот мы уже с тобой на месте. Так, давай-ка аккуратненько так. Но, сдается мне, не все так просто-то и пройдет, друзья. Давай, Том! Что ты там, Поли? Эй! Осторожней! Поли любит заворотник, друзья. Прости. Навернуть, я надеюсь, знаешь, это место? Пока он нас ждал, он... Мы уже не начал дегустировать канадскую выпивку. Не пас. Там нет ничего, кроме вонючего коровьего дерьма. Срубим бабло и даже не вспотеем. Парни загрузят тачки, и мы сразу обратно. Да, тянуть не стоит. У меня еще есть планы. Ага, Сара, встречаюсь. Дочурка Луиджи, твоя ночная смена. Ну ты и тип, Том. Защитил однажды невинность девушки и сам же ее отобрал. Заткнись, Поли. Ладно. Я просто шучу. Классная девчонка. Женишься на ней, она быстро тебе мозги вправит. А я вернусь в берлогу. Интересно, что бы она могла поведать о своем старике. Брат Луиджи был тем еще убийцей. Я и не знал. Она начала работать в баре практически с пеленок. Наверняка слышала кое-что. Может, знает о наших делах больше нас. Она знает достаточно, чтобы не задавать вопросов. Здорово. Тебе не придется ей врать. Заодно это... Можно на ней жениться. Вот черт. Сэм должен ждать здесь, но его нет. Что-то здесь не так. Да ладно, не ссы в трусы, то. Может, он от ливня укрылся? Или дегустирует? Я тоже так подумал. Разбудим его. Но, скорее всего, это не так. Я его не вижу. Ладно. Пошли искать. Если я испорчу свой новый костюм, а этот осел просто нажрался, я убью его, клянусь. Да не, Поли, держи. Сэм на работе не пьет. На случай, если Фрэнк прав. Я раздам пушки остальным. Решим, что к чему. Иди вперед и глянь, что там. Мы тебя догоним. Ну а хитрый, а какой? А сам-то не хочешь на разведку сходить? А мы бы за место тебя пока бы раздали бы пушки. Не, ну слушай, как красиво реально. Просто посмотри на это. Так, давай-ка на шифте сразу. Так, давай-ка с этой хибары начнем. Так, а это здесь что? Прятался сегодня. Ну-ка, чё там, давай-ка прочесть. Четверть населения сидит без работы. Такие местные новости. Нам бы вот бы, если бы карточек бы тут насыпали, было бы классно. Так, смотри-ка, здесь парень, что-то что есть. Смотрит за этим местом, совсем хозяйство запустил. Да, тебе надо было это прокомментировать. Там, я думал, там какая-нибудь карточка лежит. Еще так на карте обозначено было неизвестным знаком. Так,
Подожди-ка. Мертвый пес или что это? Что-то здесь не так. Тот, наверное, кто нас тут ждет в засаде, наверное, Томми. Пропавший фермер найден мертвым. А вот оттуда и все и запущено, друзья. Нифига себе. Кто-то топор сюда метнул, смотри. Явно что-то его засандалил тут. Может быть, этим топором и убили даже эту собачку. Так, ну вроде бы ничего не упустил, ничего там не было. Так, а здесь что-нибудь есть? Какое-то все бесхозное. Карточка, смотри, сигаретные вкладыши. 6 из 22. Неплохо. Ой, как красиво, блин. Вот эта вот молния прям все прям вокруг освещает. Не, ну, в плане графония очень красиво сделано. Где ты прячешься, мать твою? Так, а эту дверь нельзя, да, открыть? Игра, друзья, сделана на движке третьей части «Мафии». Бог ты мой, Сэм! Чё там? Я думал, ты что-то увидел, Томми. Так, ну, сперва... Давай все тут осмотрим и уже пойдем на метку. Хочется оглядеть здесь всё. Слушай, а там свет в этом амбаре горит. Наверняка нас там кто-то ждет, а посмотреть я не могу. Так, ну тут ничего нету, это 100%. Кроме, думаю, что затаившийся там противника. Либо он там зареспаунится позже. Так, это что? Сарай какой-то или коровник, не пойму. Ну, тут ничего нету. Так, двигатель не заглушен на грузовике. Вот, давай, наверное, аптечку сразу возьмем. Стволов-то насыпано вон сколько, смотри. Так, а взять я не могу, там, а кольты, помповое ружье есть. Ну давай, окей, осмотрим. Эй, приятель! Ну, он, походу, уже продегустировал. Брось оружие! Ты первый! У нас нет времени! Прости, парень. Видимо, придется по-плохому. Ну ладно. Скорее сюда! Я его прижал! Да ладно! Нифига он так танканул. Так, Поли, ты там подойдешь, нет? Так, есть минус, отлично. Так, давай-ка вот к этому укрытию. Чё ты делаешь? Окружай его! Ага, ящики-то вон разваливаются. Так, давай-ка сюда и вот этого вольнем. Где-то он тут был. А где? Здесь же враг был. Так, вот заходим. Еще один вот тут, а немножко правее. А как ты там оказался-то? Так, все, неплохо. Так, тут что-то есть, смотри. Прочесть, что такое? План засады. Ферма Роща в 9 часов. 2 мили на север. По Country Road от заправки направо по указателю к плотине 1 миля, потом за мостом налево. Даже карту нарисовали. Так, и тут... Чел какой-то с пакетом на голове. Так, аптеки тут нету? Вроде бы нету. Так, давай-ка их... Ух ты. Давай-ка Томпсона возьмем за место. Пистолета я хотел взять. Ладно, окей. Но Томми почему-то ружье выкинул. Ну-ка, давай-ка. Осмотрим. Стой! Это я, Том! Блин, Поли, Поли, не мог пораньше подойти? Ты там почему так долго? Ну, искал Сэмми? Реально, почему так долго? Нашел его? Пока нет, только этого. Один из канадцев. Готов поспорить, остальные тоже мордой в грязи лежат. Да нет, один. С мешком на голове там, да, в сарае. Вот черт. Полицейский. Это копы. Откуда я знал?
Я не видел значок. Они ничего не сказали. А почему они не представились-то, интересно? Похоже, платит Морелла. Ну, вот оттуда вы и не представились. Вот гнида. Он и этот бизнес отжать хочет. Вас, бизнесменов, забудь, не поймешь. Этом, надо найти Сэма и валить отсюда. Так, нам бы еще бы патронов найти. Это серьезные ребята. Должно быть из пограничного. Слушай, контроля. Может быть, полутаться здесь можно? Нет, ничего тут нету. Ладно, Поли, давай. Поли, давай тоже на шифте. Ну, давай, давай, Поли. Так, тут есть что-нибудь? Нет, ничего нету. Так, вот какой-то амбар, смотри, есть. Ё-моё, все в кровище, смотри. Ну-ка, может быть, в этой куче. Каждый убит выстрелом в затылок. Ох ты, прямо казнь. Офигеть, они тут мокруху устроили. Так, смотри, коктейль молотого берем. Так, а тут что у нас? Паспорт чей-то, что ли, или что это? Канадский паспорт. Да, ну канадцев они тут неизрядно потрепали. Главное, все двери закрыты, а это именно юзабельная. Так, тут что у нас есть? Так, аптечка вон там есть. А за этой дверью есть что-нибудь? Тут у нас вражина, ну-ка давай-ка. Вот так у тебя давай-ка. Так, что это у него тут? Распоряжение для погранконтроля. Пограничный контроль на поводке. Так, а тут комикс, по-моему. Так, там походу кто-то спалился из рядов. А патроны-то как улетают, вообще просто жесть. Так, это все? Вроде бы да. Аптеку мы с тобой не подобрали, ладно, окей. Так, смотри-ка. Кто-то выжил. Так, 9 пулек осталось. Так, и аптека. Тут есть. Так, аптеку мы, наверное, с тобой используем. Так, а здесь что есть, смотри-ка. Объявление о продаже фирмы. Только хозяина, увы, уже нет. Наверное, за аукцион продадут. Ё-моё. Оба Сэма подстрелили. А он неплохо им там отпора дает. И отдачи нету, вообще классно. Так, вон там есть один. Давай, наверное, с того начнем. Так, по патронам у нас все плохо. Да стой ты, блин! Да, хедшот, судя по всему, тут не работает. Ну, по крайней мере, раз через раз. Так, а вот Патрики мы возьмем, давай. Слава богу, давай к нему! Так, вот еще Патрики, да. Хотя у нас... Под завязку.
Останьте здесь, прикройте нас. Стреляйте во всех, кто появится на горизонте. Кроме нас. Ну, это логично. Поле. Эй, Поле. Так, вон аптечку уже вижу. Сэмми, что они с тобой сделали? Подстрелили. Боже, сколько же крови. И ты можешь? Нет. Ничего, Сэм, выкарабкаешься. Ладно, ладно, ты только держись. Сейчас подгоню тачку и поедем к доктору. Эй, эй, ты справишься, Сэм. Томми, останься с ним. Я мигом, скоро вернусь. Ладно. Да ладно, Сэм, сзади аптечка. Можешь завязать. Суки! Эй, все будет хорошо, Сэм. Бывало и хуже. Да. Да, бывало. Чё такое там опять? Да ладно. Чё, и Сэма подстрелили? Откуда эти ребята повылезали? Он тут! Замочи! Кто? Так, так, смотрю на карту. Четверо. Коктейль берем. А давай-ка коктейлики поюзаем. Куда ты полез, алё? Я не хотел, друзья, перелазить. Я хотел занять укрытие, блин. Офигеть, сколько вас там? Ну-ка. Ой, как хорошо, трое вспыхнули. Так, коктейликов больше нету, да? Оба ящики ломаются. Да займи ты укрытие, а ты куда вылазишь? Давай-ка срочно к аптеке. Заходи с фланга! Нормально. Минус 2. Так, 13 пулек. Еще нашел. Да как? Алло, ты что делаешь? О, поиграли. Так, все, заняли укрытие, отлично. Так, давай-ка бочку взорвем. Блин, как они долго выпиливаются-то. Так, вон он полез, смотрю уже наверх. Главное не подпускать их. Вот это экшон. Подожди-ка. Я не знаю. Давай, наверное, вот это зафокусим. Каре там, блин, постреливает. Блин, Кольт и то лучше выносит. Так, ну вроде бы... Вроде бы со всеми справились. Так, давай-ка берем патрики. Так, сразу юзаем давай аптечку. Не, ну выгодную позицию мы заняли. Берем коктейлики. Ну давай. Поможем Поле. Сэму вернее, друзья. Где этот чертов грузовик? Так, и что делаем-то? Защищать Сэма, да? Так, ну, наверное, будем также в этой позиции сидеть. Она более выгодная. Так, давай их еще на подходе встретим тогда. Так, там бочки были, если что, на улице. Так, а патроны там бесконечны в том ящике, интересно, или нет? Ну-ка, давай-ка. Жалко, хэдшота не было. Ты чё там, в бронежилете, что ли? Давай, перезаряжай. Так, ну вроде бы все. Еще могу патронов подобрать? Нет, не могу. Вот и кат-сцена, друзья. Давай, Поле.
жми на гушетку. Боже мой, Тони и Донни тоже? Да. Вот же сраная бойня. Блин, типы хотя бы разменялись бы, прежде чем умереть, блин. Союзники, имею в виду наши. Да, бойня вообще конкретная была. Все, парень, едем домой. Мне нужен доктор, Полли. Да, я вижу, Сэмми, давай держись. Да там аптечка ж была, Сэм. Надо было заюзать. Тихо, тихо, все, тихо. Сколько тебе золотая? Ничего. Хорошо. Офигеть, смотри. Полли, у нас еще гости. Скорей, едем. На какой-то бронированной херне вон едут. Я рядом, Сэм. Поищи Томпсон. Еще там должны быть патроны. Как будут прямо за нами, вали их нахер. А чем мы их валить будем? Не дай им обогнать нас. Бронированная машина, а у нас всего лишь Томпсон. Так, еще ХП у грузовика. Хера себе! Откуда у них такой грузовик? Так, я могу коктейль завязать? Нет. Так, патроны зато бесконечные. Блин, не, ну... Графони, конечно. Очень красивый. Им конец! Понравилось! Уроды! Смотри-ка, мотоцикл. Пока с этой бронированной херней так как справляться. Так, вот сейчас слева еще появится. Вон они! Я стараюсь попасть в водителя. Но походу пофигу в кого попадать. Поле, быстрее! Я ж в водителя четко конкретно стреляю. Хотя тут так не работает. Как бы водителя стреляешь и все, ты их обездвижил. Нет, это так не работает, наверное. Может быть, это погоня заскриптована? Этих ребят все больше! Они уже рядом! Нет, хотя вот я сейчас по водиле стрелял, и обездвижили их. А ты? Слушай, ну сейчас вон это... Вон они! Механика уже по-другому немного работает, чем минуту назад они в погоне была. Они сбоку заходят! Да ну нахер! Очень близко, Том! Вцепились. Так, минус уль, неплохо. Так, ты перезарядился? Вон, с окошек свисают машины. Блин, сколько их там? Да ладно. Сэм. Из поля. Почему их сюда пока? Сэм, ты как? Взялится, Том! Нормально Сэму досталось, еще и коробки придавило, блин, ящиком. Так, это все прекрасно, а где там бронированная хитка? Тоже сейчас подъедет, наверное. Полли, поезжай сейчас же! Так, аптек тут ничего нету. Давай, Полли. Это дядька! Полли, у нас! Да ну нафиг. Ну молодцы, бля. Помогли даже выехать. Я тоже убить могу, Том! Ты
пошлю! Охренеть! Подожди пушку, пока я не стреляю! Ты серьезно? Я буду... Стреляй, значит, бронированную машину? Без конца. Живо! Бей по пушке! Ну подожди, у меня КД. Да бью по пушке, вот. Уже вторую обойму. Подожди пушку, пока я не стреляю! Все, я понял. Так, все, я на КД. Стреляй, пока у нас есть шанс! Я четко же вот по пушке стреляю. Башню в пушку, так. Живо, бей по пушке! Вот там что-то у него взорвалось, походу. Перезаряжай! Стреляй, ну! Ну стреляю же, вот. Три обоймы, блин. Дом, пробеем защиту лобового! У меня идея! Только у нас КП нету. Так, ну они хоть стрелять не могут, это уже хорошо. Какая у тебя идея там, Сэм? Господи, стоп! Давай по лобовому! Стопудово сейчас, наверное, туда. Алкоголь забросит, наверное. Окей. Канадский. Дайся в лобовое! Так, давай-ка. У меня тут еще полно таких! Подожди-ка, давай-ка вот так вот тогда. Да какого фига-то, блин? Жги его! Я же четко попал в лобовое. А вот теперь Оди наверняка. Вот это экшон с погоней. Мы на месте, Том. Вытащи Сэма, я схожу разбужу доктора. Я Сэм, думаю, доктор Сэм. Там услышал, как кто-то подъехал. Мы на месте. Док тебе поможет. С таким-то грохотом, блин. Я у тебя трижды в долгу. Эй, док. Оли, что ты здесь делаешь так поздно? Я... Здрасте, док. Простите, что поздно, но с нами раненый. У нас несчастный случай. Ладно, заносите его. Хорошо, спасибо. Так, я побуду с Сэмом. Отгони грузовик обратно. Иди спать. Я останусь. И чё, на то вас стоило, я не знаю, ради там... В кузове даже 10 ящиков не будет. Не хватало ему канадской выпивки. Иди, Том. Всё нормально будет. Ладно. Хорошо. Эй. Ты молодец, Том. Пустой кузов в грузовике. Так, дома Сары, окей. О, нормально, тачка выпрямилась бы. Да, походу, с этого задания вышли мы ни с чем. Так, а вот мы и подъехали уже. Так, давай-ка припаркуемся где-нибудь здесь аккуратненько так. Все отлично. Так, Томми, где шляпу потерял?
фильмик. Ты опоздал. Ужин остыл. Работа. Выходи за меня. Хорошо. Хорошо. Коротко и ясно. Глава пройдена. Загородная прогулка. Вот это прогулялись мы с тобой нормально, блин. Или Амерта. Эй, босс. Я понял, я вам нужен. Присядь со мной. У нас Кроттом. Как? И кто? Я всю ночь не спал, пытался вычислить, кто это может быть. И стал думать, может, кто-то из ребят, кто получает меньше положенного. Кому-то не хватало на костюм. Вот он и решил обратиться к Морелло. Фрэнка не было, и я сам полез в сейф за книгами. Проверить, кому мы недоплачиваем. Что вы узнали? Сейф был пуст, Том. Я знаю его 50 лет. Все, что я имею, мы нажили с ним. В этих книгах каждый добытый доллар, каждый потраченный цент. Если Фрэнк отдаст их федералам, нам конец. Фрэнк уважает только одного человека в городе, вас. Тут явно какое-то недоразумение. Я звоню ему весь день. И домой зашел. Его нет. И жены с дочкой тоже. Но зачем? Не знаю. Видимо, были причины. Может, он отомстил мне за собаку? Что, вы хотели ее утопить? Да. Он не позволил, и тогда я ее пристрелил. Я был глуп тогда, Томми. Черт с этими обидами. Нужно вернуть книги. Потряси наших стукачей. Может, что знают. Когда найдешь Фрэнка, забери книги. Если у него их нет, заставь его сказать, где они. А после... Ты знаешь, что надо делать. Винченцо, вот это поворот. Ну что ж, дорогие друзья. Это прохождение у нас уже будет с вами в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. До скорой встречи. Всем пока.